Всем привет, дорогие друзья, а также подписчики канала, и мы продолжаем играть в Майнкрафт. Сегодня мы не будем что-то либо строить, сегодня мы будем копать нашу личную шахту. Вот наш смотрительный вид, а вот на данный момент сейчас дождь и ночь, как мы говорим. И это просто офигенно, что у нас уже такая огромная квартира сейчас. Вот печки. И, кстати, спальня будет внизу, как ни странно. Я всегда был кровать в прошлой серии, и, наверное, все-таки я буду спать где-нибудь вот в этой комнате, потому что мне как-то более что спокойно. И специально даже какая-то хрень есть. Ладно, короче, ложимся. Все, до свидания. Какой ночи. Так, дождем утро, потому что мы сейчас будем делать шахту, свою личную шахту. И мне еще проход будет. Так. Теперь, конечно, все равно зажигает. Не так уж важно. Тоже прошло отлично. И что здесь делать? Точку. Спасибо за точку, конечно. А что, я искать не могу? А, так, ну думаю, можно начинать копать. Так. Будем делать их три блока, как видно. Я сделал еще от своей дома проход в эту шахту. Так, еще поделаю здесь, сделаю здесь комнату, специальные сундуки, сделаю все это, короче, типа такого. Еще лесенку. Ну, я буду совершенствовать, так говорится, свою шахту. Как говорится, да. Усовершенствовать свою шахту, потому что все вот так вот делать, короче. Че я несу, господи? Так, тогда чего на всякий случай палки, чтобы сделать потом себе факела и сами факела. Так, ну думаю, вот этого будет достаточно. Теперь можно идти. Вот теперь по-настоящему можно просто брать и идти. Ой, простите, пожалуйста. Ой. Я болею просто, ребят. Из-за этого ролики будут почаще, потому что в понедельник я не еду в ШК. Так. Ниже все. Короче, просто копаем вниз. Своей нахрен топовой алмазной киркой. Если на нем ресурсы, сделаем, наверное, себе какие-то поножи. Нормально. Ну, железный хотя бы надо делать. Не вижу ни хрена. Хоп, 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 хоп. Ираина. Хит прошлого лета. Уже можно сказать, даже позапрошлого. Потому что это лето кончило. Да, как-то кет печально звучало. Это очень печально звучало. Прям очень печально звучало. Прям очень-очень-очень печально звучало. Потому что это конец каникул. Это как это может звучать по-другому? О, золото, ребят, сотичи. Нифига себе. Как я уже запутался, даже копать надо. Все, ребят, короче, копаем все это. Офигеть, ребят, что, золото? Какого хрена? Что нам так видит? Алмазы! 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 А также алмазы. Сколько? Раз, два, три, четыре. 5, 6 алмазов! Ребят, вы понимаете, на что я намекаю? Тун, трун-тун-тун, трун-тун-тун, тру-тру-тун. Вы, наверное, уже поняли, на что я намекаю, да? А по ножу мы сделаем, наверное, какие-нибудь золотые, может быть, даже. Хотя, железо конечно, чем это сейчас. Офигеть. Сколько здесь вообще ресурсов? Алло, хороший такой ресурс, да. Простите. Нихера себе. А, все, да? Вроде все. Да, вроде все. Или нет, здесь еще. А ну-ка, колитесь. Нет, здесь больше ничего. Это сколько надо копать? 16, 14. Офигеть, неплохая у нас уже шахта. Я в эту шахту буду почаще ходить теперь. Мало ли что-то найду еще. Тебе надо все обустроить, как все было, потому что было промывать на шахту. Это удивительно, зачем было. Вот так. Ой, нет, ну че, я вообще не так. А, или все там. Все там вроде, да? Нет, не так. А у тебя все так. Да, все так теперь.
Так. Короче, все хорошо пока что идет. Сейчас погодите, подвинусь чуть-чуть. Все, вроде все нормально. Должна выкопать нашу шахту. Довольно большую, думаю, шахту. Нет. Пока что не время. Вот сейчас будет время ставить. Пумчика, пам-пам. Все, выпить. Что они сунут? О, буглю. О, господи, что это такое? Что мне помешало сделать свою шахту? Я боюсь. Здесь кто-нибудь есть? О, скелетик, не стой. Иди ко мне, скелетик. Шо, чуть не слепал. Давайте походим здесь. Главное не заблудиться. О, господи, мне страшно, ребят, мне страшно. А, ёб твою мать. Шо, пошел ты в жопу! А, идите нахрен, мне страшно, ребят, мне страшно. Пошел ты в жопу! Иди ко мне, иди. Чё, пришаем, да, пришаем. Пацаны, мне страшно. Надо сделать заранее факелов много. А то мало ли что случится, ребят. Но эта шахта, как я вижу, уже большая. Лапис. Нам надо еще потом обсидиан добыть. Лад ходить. Да, кстати. Тут у нас воды нет. Ведра вообще у нас нет. Мы можем сделать на языках. Блин, надо заткнуть эту хрень. А вот и вода. А вот и золото. Шо, стойте, не надо. Нет. Все, отдайте золото, это мое золото. О, еще один проход. Блин, не видно ни хрена. Еще и железо, ну спасибо. Комплименты приятные. Еще железо, господи. Ладно, я думаю, продолжим в следующей серии. Кому понравилась эта серия, подписывайтесь, комментируйте, лайки, всем, я не знаю. До новых встреч, всем удачи, всем пока.